Стала известна дата открытия в Уфе муниципального уличного кинотеатра. Первый сеанс под открытым небом горожане смогут увидеть в ночь с 20 на 21 июля. Автокинотеатр, рассчитанный на 54 автомобиля, откроется в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури со стороны улицы Зорги. На площадке будут обеспечены нормы социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавируса. Фильмы будут транслировать с 10 часов вечера, а днем пространство переоборудуют под картинг. Посетители кинотеатра увидят фильмы на большом экране последнего поколения, а звуковой ряд фильма можно будет слушать прямо с аудиосистемы автомобиля. Также на площадке предусмотрен фудкорт с выбором еды, снеков и напитков. Общая стилистика автокинотеатра выдержана в стиле пин-ап. Напомню, что максимальная стоимость билета в муниципальном кинотеатре составит 350 рублей. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Организаторы рассчитывают выйти на скорую самоокупаемость проекта.